Наступление весны. Яна Рудковская, Евгений Плющенко и их шестилетний сын Саша, гном Гномыч, встретили в Куршевеле. Вдоволь накатались на лыжах. Причем, получив несколько профессиональных уроков катания, на трассы вышел даже гном Гномыч, чем мама не приминула похвастать на своей страничке в соцсети. Говорят, тренер остался очень доволен прилежным и способным мальчиком из России, даже назвал его самым лучшим своим учеником. Сама Яна вот уже 10 лет катается на сноубладе, это сверхскоростные и суперкороткие лыжи, причем на трассах с красным уровнем сложности. С погодой им повезло, так что отдых удался. А уже вернувшись домой, Рудковская рассказала о других своих впечатлениях об отдыхе. Так, например, оказалось, что она встретила на курорте свою полную тезку из другой страны. Моя тезка, которая носит имя Яна Рудковская, живет в Киеве, она довольно известная там персона, так что я о ней когда-то слышала. А вот познакомиться удалось только в Куршевеле. Оказывается, Яна каждый год приезжает сюда отдыхать. У обеих Ян оказалось много общих интересов. Так они успели подружиться. Прощаясь, обменялись подарками и решили поддерживать знакомство. Наша Яна Рудковская пригласила свою новую знакомую к себе в гости в Москву. И та пообещала непременно посетить российскую столицу.